Установлено, что подозреваемый осуществлял незаконное хранение и избыт немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере. Реализация указанной продукции осуществлялась через 11 продуктовых магазинов, расположенных в городе Марксе Саратовской области. Часть продукции злоумышленник хранил по месту жительства и в гаражном боксе. В ходе проведения обысковых мероприятий полицейскими обнаружена и изъята немаркированная алкогольная и табачная продукция на сумму более 8 миллионов рублей. Мероприятия проводились при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Следственной частью Главного следственного управления ГУМВД России по Саратовской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Денис Желтов, Расул Ибрагимов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.